колоссальная победа немцев и русских. Елки-палки, вот мы ж не будем получать транзит. Пан Юрий, а что будет с постачанием газу для украинских споживачей? Не хотели делиться доходами. Мы держали в руках пуповину. Реальную пуповину. Американцев интересует сегодня только один вопрос. Я бажаю здоров'я усім, хто разом із нами на політека. Мій сьогоднішній співрозмовник це економіст Юрій Атаманюк. Пане Юрію, добро здоров'я. Добрий день. Пане Юрію. Сьогодні обговоримо з вами в першу чергу економічні, а згодом і політичні наслідки вже досягнутої угоди між Сполученими Штатами Америки і Німеччиною в контексті Північного потоку. потоку-2». що ця угода означає насамперед для нашої країни? Давайте я не зі своєго міністра. а начну с мнения таких безусловных авторитетных институций мирового масштаба. Так вот, есть такой уважаемый Американский институт исследований политики. Так вот, Американский институт исследований политики высказался, что это полная фиаско дипломатической деятельности Украины и грандиозная победа. России и Германии. Вот э, как э, на это реагируют, скажем так, интеллектуальные, аналитические умы мирового масштаба. Теперь, э, знаете, что касается меня, так, чтобы чуть-чуть э, в канун выходных поднять настроение у людей, знаете, есть про украинскую ментальность такой анекдот, когда э, взяли в плен американца, англичанина и украинца и сказали, ну мы вас выпустим или за тысячу долларов, или надо съесть мешок цибули. Ну там были еще другие, но я просто, чтобы без лишних пошлостей. Так вот, американец англичан, недолго думая, достали тысячу долларов и убежали. Украинец говорит, нет, тысячу долларов жалко, большие деньги. Цибулю я люблю, буду есть цибулю. Ну, есть, есть, ну одну, ну вторую, ну третью, ну, сколько уже, глаза уже вылазят, уже, э, ну, да. уже можно есть, да, уже, уже, уже внутри все печет, не может, все там. После 20 цибулин сдался, в итоге э, отдал после этого 1000 долларов, и только после этого его отпустили. Вот у нас э, приблизительно так, мы, как мазохисты, мы должны пройти за все круги ада, чтобы потом все равно сделать так, как э, весь цивилизованный мир говорит надо делать. Да? Ну вот э, мы игрались э, с э, разрывом экономических отношений с Россией. А теперь возмущаемся елки-палки, вот мы ж не будем получать транзит. так вы ж, э, как бы осознанно после 2014 года, все делаете для того, чтобы не было экономических позиций. Ну и покупаете дальше в Словакии газ, ну российский, через реверс. Ну, к чему тут проблемы? Какие вопросы? Или стоял же вопрос э еще в 2000-х годах, чтобы создать газотранспортный консорциум, в которых было бы три стороны. Россия как поставщик сырья. Германия как потребитель и распределитель, и Украина как транзитер. На тот момент наша газотранспортная система оценивалась в 100 миллиардов долларов. У нас очень много, что оценилось в 100 миллиардов долларов. То, так, что мы унаследовали, унаследовали от Советского Союза. У нас наш э, ядерный боезапас оценивался в 170 миллиардов долларов. Нет ни запаса, ни гарантии, ничего. Вот 100 миллиардов оценивалась газотранспортная система. Ведь вдумайтесь, что Северный поток обходится 17 миллиардов. Северный поток 17 миллиардов. А он по мощности... В четыре раза меньше, чем наша газотранспортная система. А в тот момент, то есть 10 лет назад, 15 лет назад, мы же имели монополию. Не было альтернативы. Мы э, могли банковать в тот момент. И э, при таком создании такого консорциума, мы э, могли бы остаться в 30%. Мы бы продали бы тех 70% ну, допустим, за 50 миллиардов долларов э, разной форме оплаты, и Россия и Германия, как соучредители, были бы заинтересованы в модернизации и в увеличении транзитных потоков. Я вам скажу, что сегодня наши бы 30% стоили бы больше, и они бы э, больше бы прогоняли газа, чем сегодня стоят 100%. Это все можно было делать. Почему на это не шли лидеры государства все за годы независимости да потому что не хотели делиться доходами потому что э, была сильно большая доля коррупции газовая, тема, Газово, газовая труба да всегда был бизнесом президентов и э, подыгрывалась вот это э, ответ был европе и россии что нас не поймут, у нас электорально люди не готовы считают, что это признак нашей независимости. На самом деле это был блеф, это все зависело от того, как ты э, разговариваешь с людьми как объясняешь. потому что не было разговоров, когда продавали э, нефтеперерабатывающие комбинаты, не было разговоров, когда продавали горно- обогатительные комбинаты, фероникелевые комбинаты, порты, и так далее, и так далее. То есть тогда не срабатывало вот этот э, принцип субъектности и наци... националистичности. Поэтому э, что было, то было. Путь утрачен. Кроме того, еще мы же помним про вот эти несанкционированные отъемы газа. Когда Россия отправляет один объем газа, а до Европы доходит на 10% газа меньше. Когда было банальное воровство газа. Скажите, оно могло быть без санкций первых лиц страны, без поддержки и кураторства силовиков. Вы понимаете, вот нам с вами приблизиться к стратегическому газопроводу, сделать врезку и сделать несанкционированный отъем этого газа. Ну это можно вот так вот просто сделать, вот э, как условно там пойти ягоды пособирать в лесу, нет же конечно, это полупромышленный процесс, который санкционирован, вот и все. Поэтому, что нужно делать на сегодняшний день? На сегодняшний день, пока не поздно, пока есть еще хоть какой-то диалог, хотя мы в этом диалоге, для них это диалог, а для нас это монолог, но с их стороны, потому что... Но, фактически мы участие в набираем. Мы не принимаем, нам просто говорят, ставят перед фактом вот эти заявления, что мы будем вводить санкции против России... Если они будут применять это как оружие, ну, это же субъективное мнение. Применяют как оружие, не применяют Но, как пане оружие. Пане Юрию, что да? майбутний федеральный канцлер, я кажу, не наступник Меркель, там кто из будет уже, после наступника Меркель скажет, что санкции против России шкодят национальной политике Немечены. Смотрите, никто не останавливал поставки российского газа в момент аннексии Крыма. Никто не останавливал поставки российского газа, когда на Донбассе жертвы исчислялись, к сожалению, десятками. Понимаете? Поэтому сегодня точно никто не будет это делать. И э, мы уже увидели, что и немцы, и американцы делают то, что им выгодно. Вот что я вынес, например, от активного общения недавнего в Вашингтоне — Американцев интересует сегодня только один вопрос. Китай. Я э, даже был на одном таком, э, был узкий раут, и выступал Майк Пенс, бывший э, вице-президент. Э, так, э, э, все выступление было посвящено Китаю. Китайская угроза, экономическая, военная. Сюда же они подтягивают э, Э, преследования уйгуров, раскручивают вот, э, нарушения прав человека и так, дальше, и так дальше. Их интересует Китай. Поэтому э, в, 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 нормализации, в... Нормализации, в нормализации взаимоотношений э, и формировании вот этой повестки с Китаем э, им важно, какую позицию будет занимать Россия, им важно, какую позицию будет занимать Евросоюз. Пане Юрий, а вот политично что означает эта угода для нашей державы? Вы знаете, мы теряем полную субъектность. Мы теряем субъектность, потому что мы были очень интересны для Европы. И активность Меркеля и Макрона была вызвана прежде всего тем, что мы держатели трубы, по которой шло жизнеобеспечение. Это знаете, мы держали в руках пуповину реальную пуповину. Не дай бог какой-то теракт, не дай бог усиление военных каких-то эскалаций, и перекрывается этот газопровод, в Европе начинается коллапс в отопительном сезоне. То есть им не было альтернативы, как заменить. С Норвегии уменьшаются поставки, с Северного моря уменьшаются поставки, растет потребление в Европе, жиженый газ который идет с Катара и с Алжира, не может и близко, и оперативно это все заменить, потому что инфраструктура не готова. И э, при морозах. И вот остановка завода предприятий ⁇ это ну, реально техногенная, колоссальная, глобальная катастрофа. В Европе, которые они не готовы. И поэтому они очень э, участвовали в нормандском формате серьезно, системно. Они были заинтересованы через эту призму, чтобы у нас все было тихо, лайт режим, чтобы не ехали танки, чтобы не стреляли какие-то ракеты средней дальности, чтобы не поднималась военная авиация, не было бомбежки. Им это было жизненно важно. Они это Подъем. отрегулировали. Теперь у них нет такого мотива. У них все нормально. Их жизнедеятельность обеспечена. Но, вот и вот все. Досягли, Конечно. Мы Более в... того, ведь вы же понимаете, корыта, что так. это сообщающиеся сосуды. Вот э, построили турецкий поток, его запустили год назад. Об этом все было просто тихо. Тихо, потому что э, турки, типа наши друзья, как говорится, да, а Северный поток, вот против России выступали хоть в Турецком потоке те же самые акционеры, только там Россия и Турция, а там Россия и Германия. Турецкий поток забирает у нас транзита на 500 миллионов долларов в год. Теперь этот э, поток э, заберет, хочет забрать на 2 миллиарда долларов в год транзита. Э, колоссальная победа немцев и русских, потому что... Они вложили 17 миллиардов. У них окупаемость, на таких сделках, на таких э, высокозатратных процессах, обычно обсчитывают доходность, например как э, туннель под ламаншем, 50 лет. 50 лет обсчитывают доходность. Не суть важна даже доходность, важны инфраструктурные возможности. А тут, по всем прогнозам, доходность будет обеспечена 10 лет, а может быть даже меньше. То есть это 10% годовых. Это супер доходный бизнес. Это бизнес, который завтра они выставят акции и еще привлекут такую же сумму денег на дальнейшие свои проекты. Поэтому во всех отношениях они выиграли, мы, к сожалению, очень серьезно проиграли. Пане Юрий, а что будет с постачанием газа для украинских споживачей? Э, газ, э, смотрите, у нас медовый месяц, когда вот Бог любит Украину и дает возможности. Мы это как-то с вами говорили, что у нас, несмотря на карантин, несмотря на общий кризис, у нас макро ситуация с финансами в Украине хорошая. Почему? Потому что упали энергоносители, это наш предмет импорта, а подорожало зерно и руда предмет экспорта. На сегодняшний день энергоносители пошли вверх. И очень быстро дойдет тот момент, когда мы опять столкнемся с отрицательным внешнеторговым балансом. Вот тогда начнутся проблемы. И проблемы начнутся с тем, что уже открытым текстом говорится, что хотят поднять в два раза электроэнергию, потому что нет возможности другой погасить задолженность 15 миллиардов перед зеленой энергетикой и будет подорожание осенью газа. На фоні вот обніщання на фоні власть волнується, що це ударить по їх рейтингам. А здраві люди волнуються масових безпорядків і масових А Терпець може і увірватися у наших співвітчизників. Пане Юрію, дякую вам за це спілкування. Юрія Атаманюк, економіст, бо гостем студії політека. Дякую нашим глядачам за увагу. Бережіть себе і до побачення.